Вчера с популярной артисткой Кыргызстана случилось несчастье. Асель Кадырбекова попала в страшное ДТП в Бишкеке, в результате которого получила травмы. По сообщению врачей, у певицы серьезно повреждены мозг и шейные позвонки. О текущем состоянии 29-летней певицы сообщил руководитель Бишкекского научно-исследовательского центра травматологии и ортопедии Сабырбек Жумабеков. Она сейчас в коме, состояние тяжелое. Головной мозг сильно поврежден, ключица и шейные позвонки сломаны. Медики работали всю ночь. Сделали томографию и рентген. Нужно время, сейчас ничего не можем сказать. Когда выйдет из комы, сделаем операцию, пояснил специалист. К слову, на момент ДТП Кадырбекова была не одна, находившийся с ней пассажир также госпитализирован в медицинское учреждение. О его состоянии пока ничего не известно. Напомним, Асель Кадырбекова является супругой певца Нурлана Насипа. «Ты мне очень нужна. Пожалуйста, не уходи», – писал он в личном блоге после трагедии. Пара поженилась в 2018-м, а прошлым летом у нее родилась дочь. Молодая мама позиционировала себя не только как артистку, успешную бизнесвумен, но и блогера.